Блин, где ж там Лёня-то? Лёнчик, давай скорее, давай, чуть-чуть осталось, совсем немного, беги с этого дома. Ламус, я украл. Блин, нет, Лёня, нет, черт возьми. Этот дом у карапуза реально защищенный, ребята. Это самый защищенный дом, который я когда-либо видел. Да вы посмотрите, просто огромная рыжая башка, дай пирожка. Надо что-то придумать, как к нему ворваться в этот дом. Попался в мою ловушку, воришка. А нечего у меня ничего красть. Опа! Все! Нет больше ловушки! Сейчас в нее попадется кто-нибудь еще. Следующий вор. Следующий вор, значит, попадется. Не тут-то было, ребята. Я буду воровать у него. Я проберусь к нему в дом реально по-тихому. Смотрите. Та-дамс! Невидимка есть! Но если я зайду просто через двери, это будет не вариант. Давайте проверим, работает ли вот эта ловушка. Подбежим сюда, ребята. О, капец, блин! Она просто включается и выключается. Тогда мы сейчас вот так вот положим сюда трупак из Амунгаса. Смотрите, что я придумал. Вот эти трупаки я раскидаю специально вот до сюда. Потом еще немножко вот сюда. Еще у меня есть два трупака. Один я кину сюда, а другой вот сюда. И, ребята, знаете, что я хочу сейчас сделать? Я возьму специальную траву, в которую можно провалиться. Смотрите, ребята, раскапываем здесь территорию. В принципе, этого достаточно, ребята. Забираем нашу землю. Поднимаемся буквально на два блока. Ломаем под собой, ребят. Это реально гениально. Ловушка, и она очень простая, поэтому кто вдруг хотел сделать ловушку своему другу в Майнкрафте, пожалуйста, вот вам прямая легкая ловушка. Все, лава у нас налита, мы уходим отсюда, ребята, копаем под собой землю и теперь просто застраиваем всю вот эту ловушку вот этими специальными тонкими блоками. Вы посмотрите, насколько он тонкий, да он там в один пиксель, реально. Заделываем здесь вот это все дело, ребята, и знаете, что я сейчас сделаю? Я сюда кину еще один трупак, чтобы он шел, вот до сюда дошел, а здесь уже упал. Все, ребята, побежали. Сейчас мы позовем карапуза. Только как это сделать, я не знаю. Нужно как-то ловушку эту обойти. В принципе, я придумал. Карапуз же дурачок, поэтому мы вот здесь вот спокойно ее обойдем. Смотрите, тут она не включается. Так что нормас. Откроем ему вот так вот двери. И закроем. Сейчас он испугается, он услышит. Нифига себе. Тревога. Не понял. О, карапуз вышел, ребята, тихо. Я в невидимке, он меня не заметит. Смотрите, он побежал, ловушка, значит, не открывается. Он видит трупак из Амунгаса. Что он, интересно, с ним сделает? Давай, карапуз, подбирай. Зачем он приоделся в серьезного дядечку? Это вообще для чего сейчас? Детектив, карапуз на месте. Он что, решил расследовать это убийство? Ничего себе. Давайте проследим за ним по приколу, ребята. Раз труп, два труп. Ребята, вот прямо сейчас вам нужно лайк поставить, пока я слежу за карапузом. Просто сделайте это нажать одну кнопку. 3, 4, 6, 7. Блин, ну вот считать он не умеет, конечно. Все, вот оно, ребята, сейчас лайк ставим, и карапуз проваливается. Вот еще второй. Ой-ой-ой-ой-ой, как же жалко, карапуз немножечко сдох в лаве. Ну ничего страшного, мы, самое главное, должны оббежать всю его ловушку, которая вот здесь вот на протяжении всего дома. Блин, она опять активировалась. Ловушка-то, кажись, умная. Она умнее карапуза и понимает, что кто-то с ней рядом. Ребят, хоть я и в невидимке, значит так... Блин, нет, зачем я открыл эти двери? Вот дурак. Тревога. Так, ребята, у него... О, смотрите, какой я попыт нашел. Сборник попытов. Сразу несколько. Ничего себе, тут 6 штук попытов. Это вообще обалдеть просто. Вот эти мы попыты забираем, ребят. Они тут везде лежат, кажись. Так, нужно у него все обшарить, 100%. Мы у него сейчас все попыты... Ух ты, нифига себе, смотрите, что я нашел. Папенька на месте. Папенька вернулся в свой дом. Блин, а у меня невидимка закончилась. Так, ребят. О, смотрите, сюда зайти можно. Закрываем вот эти жалюзи нафиг все срочно. Сейчас мы проследим за карапузом, если просто вдруг он меня спалит. Господин в доме. Капец, он офигевший, зачем он эти надписи делает? Он здесь, ребята, тихо сидим и не двигаемся. Пока я здесь сижу, вы, ребята, сможете реально лайк поставить на эту серию. Сделайте это прямо сейчас, чуваки. О, он телек сел смотреть, зараза такая. А, блин, что же сделать-то, что придумать? Думать, я не знаю. Я придумал, ребят, я просто вырвусь вот так вот здесь, смотрите. Оп, тихонечко. И нужно уйти. А это еще что такое? Еще одна ловушка перед входом. Так, ребята, запомнили вот эту ловушку. Убегаем отсюда нафиг, да побыстрее, черт возьми. Эту листву он расставил неудобно, ребят. Я своровал только 4 попыта. Это очень мало. Нужно вернуться в его дом, и у меня есть один классный способ, как это сделать. У меня есть специальная зелька, которая называется зелье уменьшения. Что она делает?
естественно. Опа! Все, я мелкий. В дом залетела муха. Чего? У него тревога, даже когда в дом муха залетает. Это реально самый-самый защищенный дом в мире. В принципе, я готов идти к нему домой. Я думаю, он меня не заметит. Ладно. Арбузкин, ты что здесь опять делаешь? Ты зараза ты такая. Стой, не заходи. Не заходи в дом карапуза никогда в жизни. Он самый защищенный на планете Земля. Давай я тебе помогу мысленно. Мысленно? Отличная помощь, Арбузкин. Спасибо, давай помогай. На счет 5 заходи. Не забудь про 2. Ай-яй, я сам отчет дам. 1, 3, 4, 5. Арбузкин, ты про 2 забыл, кажется. Ладно, давай, я побежал. Спасибо за помощь. Очень хорошая помощь. Помог. Во! 2! Вперед! Ну что же, смотрите, я могу проходить в любые просто места. Вы посмотрите, насколько это шикарно. Просто офигеть. Так, сейчас нужно... Блин, карапуз, ребят, он прям здесь. Так, сейчас мы должны как-то пробраться так, чтобы он меня вообще не заметил. На месте, мой дорогой, любимый фургончик. Чё? Фургончик? Это он про чё? Вот этот фургон? Блин, ребят, там, наверное, что-то интересное лежит в этом фургоне. Нужно придумать, как забраться в его дом. Сейчас, 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 найдем лазейки какие-нибудь, ребят. Просто дело в том, что нельзя забираться через дверь, вы понимаете? Нужно найти, ребята, место, лазеечку, где мы можем с вами залезть в его дом. 100% это где-то есть, ведь я могу реально в любое место пролезать. Так, ребят, сейчас сконцентрировались, Во, смотрите, идеальное местечко, смотрите, ставим сюда блок. О, мы здесь можем пройти. Так, прежде чем я туда пройду, ребят, вам нужно уже точно всем лайки поставить. Готовы, ребят, даю вам 3 секунды, чтобы вы поставили лайки, подписались. Раз, все, ребята, время уже пошло. 2, 1 секунда осталось. Сделайте это, если вы самые профессиональные профессионалы в Майнкрафте. 0, все, 0 секунд, ребята. Мы заходим с вами. В дом залетела муха. Блинский, блин, это, кажись, про меня. Только я не муха, а здесь был проход. Смотрите, ребят, отлично. Так, сейчас, сейчас, у него нужно найти... 3 попыта нашел, отлично. Здесь мы, кажется, можем крафтить всякие лодки, машины. Это нам не интересно, ребята. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут, смотрите, это, кажется, гараж. У него здесь стоит Мерседес. Нужно найти у него потайные здесь какие-нибудь сундуки. О, карапуз здесь. Тихо, 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 ребята. Прячемся вот за этой штукой. Теперь перебегаем срочно, срочно, срочно. Сейчас мы вот сюда спрячемся. Тихо. Дверь закрываем. И жалюзи тоже закрываем. О, он прям сюда смотрит, ребят. Как хорошо, что я могу видеть через стены с помощью этого уменьшения. Блин, показалось. Ага, показалось, показалось. Ничего тебе не показалось, ты, рыжая башка. Ладно. Страшно-то здесь, ребят, страшно. Пойду проверю свой камень бесконечности. Прям над входом, внутри дома. Зачем он это вслух сказал? Стоп. Бесконечности прямо над входом. Ребята, я сейчас, кажись, кое-что украду. Только он где-то здесь. Блин, закрываем. На месте. Блин, 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 он сюда придет, за машину прячемся. Блин, ну нафига я так спалился? Скажите мне, пожалуйста, тихо. Он пошел в эту нычку, зараза такая. Смотрите, мне вылазить отсюда нельзя категорически. Вон он прям смотрит сюда. Так, ребят, нужно что-то придумать. Он что, уснул? Он дверь не закрыл. Бежим, 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 ребята, бежим. Главное, дверь за собой не закрываем, чтобы он не проснулся. Так, сейчас у него камень... Вон он, камень бесконечности. Так, давайте доберемся до него очень срочно. Смотрите, вот так вот. Потом вот так вот. Еще вот так вот. Как хорошо, что я очень-очень мелкого размера. Офигеть, какой большой камень. Забираем, ребята. Это камень души. То есть у него где-то дома есть перчатка бесконечности. Конечно же, я ее готов уже забрать. Жесть, у него дом большой. Охрана в доме. Под стол, под стол, под стол, под стол. Ребят, не получается под стол, давайте за стол. Все, тихо, тихо, тихо. Охрана меня не должна спалить. О-о-о! Он прям смотрит сюда, как будто бы. Но он меня не видит ни за что, ребята. Офигеть. Быть мелким, это капец, как круто. Вот так вот перебегаем, вот тут, вот, вот, сюда. И все, охранник меня не заметил. Так, здесь у него 100% что-то еще интересное есть, да? Где у него ящики, ребят? Я сейчас все сворую. Ага. Чего? Это ж один из самых редких попытов в Майнкрафте. Попыт рачок. Даже выглядит очень странно. Короче, валим отсюда, пока у меня нервы не сдали. У меня есть кое-какая идея. Проверить вот этот фургон. Ведь он сказал, что этот фургон у него там топовый, там что-то такое. Сказал, что классный фургон, ребята. Давайте мы откроем вот так вот этот фургон и посмотрим, что же там такого. Да ладно. Это же...
Это же перчатка бесконечности в фургоне, ребята. Забираем. И еще один камушек. Какой он прекрасный. Его мы тоже забираем, ребята, с вами. Перчатка исчезла. О нет, камень исчез. О нет, чего? Блин, бежим, 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 ребята. Мне нужно срочно бежать. Я украл у него целую перчатку бесконечности. Теперь я знаю, что с ней делать. Я надеваю эту перчатку. И, ребята, знаете, что я буду делать с ней? Что? Арбузкин, опять ты! Что я буду с ней делать, скажу уже в следующем ролике, в котором я покажу все секреты дома карапуза. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить этот ролик. И с помощью перчатки бесконечности я украду у него абсолютно все. Я подписался уже. Красава, Арбузкин. Вы, ребята, тоже подписывайтесь и увидимся в следующем ролике. Пока!